какие виды открываются, просто шикарнейшие. Обалдеть. Мы, кстати, приехали. Всем привет. Кстати, привет. Мы приехали на стрижамент, или стрижамент, как правильно, на экологическую тропу. Вот. Сейчас мы пойдем и вас с собой возьмем тоже. Вот здесь вход. Вот сюда мы сейчас тоже пойдем. Зайдем. Такая вот классная деревянная... Ой, мамочки. Тут оказывается этот... Горочка такая. Мостик. Мы с Эльдаром. Алина, Дарина. А остальные маленькие остались у бабушки. Оставили. Помаши хоть ручкой, Эльдар, что ли? Всем привет. Короче, я не знаю, чем эта тут походка у нас закончится. Все в гору и в гору, в гору и в гору. Наверное. Тут камушки лежат. Блин, уже комары летают. Так, вывод здесь предельно ясен. Костер в лесу всегда опасен. Вот так вот. Пойдемте. Да. Помаши тоже. Все, блин, не знаю, мы так одеты, вон, смотрите, вообще коротко все и ясно, да? Ну, потому что в шортиках, да, ну, походу, комары нас тут закусают, это точно. Да, кстати, это самое главное. Там находятся какие-то заповедники, в общем, животные есть, какие-то растения, которые чуть ли не занесены в Красную книгу, ну, в общем, много всего как бы интересного. Ну, сейчас посмотрим. Шла, повернулась назад. Просто оглянуться вообще. Такая красота, такие виды. Просто шикарнейшие. Ну, я, как всегда, отстала тут. Пойду сейчас догонять. Я же, как обычно, тут плетусь сзади. По камушкам, конечно, прикольно ходить. Кто сюда поедет? Кстати, находится эта гора Стрижамент в Ставропольском крае, недалеко от города Ставрополя. О, а вон, смотрите, вообще красота. А, кстати, обуваться нужно нормальным, по-нормальному, там кроссовочки, наверное, такое вот, что-то по-спортивному. Вот, а я вот в таких, ну, походу, я их, наверное, здесь сегодня и оставлю. Опять предупреждающая табличка стоит. Ой, смотрите, прям зашли. Ух ты! Вот, надо было Миленку сюда взять и до бабки ёшки отвезти. Вот это, короче, единственное место, где живет настоящая бабка. Вот, смотрите, как классно. Обалдеть, вообще. Мы зашли в такую как бы тропинку, ну, вернее, по тропинке, тут много-много деревьев. И сразу при входе нас встречает избушка Бабы-Яги. По тропе пойдешь. Знания обретешь, с тропы сойдешь, ко мне в суп попадешь. О, просто. Понятно. Вот написано. Смотрите. Баба-Яга тут. Да сейчас, сейчас сфоткаем. Вон потом Милене расскажете, где Баба-Яга живет. Избушка. Встречает, зашли, и нас тут бабка-ешка встретила. Ну, видимо, ее, видимо, дома нету, поэтому мы заходим сюда к ней. Да, я, ну, попа тут. Вот, даже, да подожди. О, не беспокоить, кстати, написано. Чего вы сюда залезли? С этой стороны. Ну, это получается, ты залез в чужой дом. Ой, какие-то там сверху, смотрите, что. Непонятно. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Ну, она, видимо, наверное, правильно. Нет. А, ну... Не знаю, правильно она стоит или нет, но, в общем... О, смотрите, там внутри еще... Ой, сейчас... Тиму... Эльдар, сядь на лавочку, тут твоя попа видна. Смотрите, здесь есть лавочки, столик там. Короче говоря, окошко. Тут даже стоять можно. А ну-ка, Дринка, выйди, выйди. Мама, сфоткаешь меня? Смотри, в полный рост можно стоять даже. Ну все, мы топаем дальше. Очень здесь очень хорошо, потому что прохладно. Листва. Кстати, птички чирикают тоже. Красота. Ну, блин, уже комары загрызают меня уже. Вообще. О, какие листы там обалденные. А? Ой, Дарья, если мы будем честно стоять и фотографироваться, то мы дойдем, наверное, только там, я не знаю. Вот еще какой-то... Это самая мудрая
Мы, видимо, наверное, на этом тут и закончим. Сейчас спустимся, уже будет вечер. Пока. Все, кто вперед, полез там. Это что, мудрое? А где написано, что это мудрое дерево? Я знаю об этом. А. Знаете, что самое главное? Это тропа по протяженности 12 километров. Вот. Мне то, кто-то тут говорил, что тут чисто будет все по прямой. Но не верьте этому. Это все обман. Тут и в гору, и ну, с горы. По прямой мало, в основном в гору. С горы будет, когда мы будем назад идти. О, кстати, эту табличку еще одну видели. Сейчас покажу вам перепутчик. Так, это я так понимаю, что здесь обитают вот эти звери. Звери. И, ну, я же говорю, они, наверное, тут живут. Угу. Да? Мы их встретим по дороге? Да не дай бог. Не, ну зайца можно. А от оленя мы, наверное, быстрее, чем олень, будем бежать. Ладно, идем. Кстати, вот эти вот прикольные рамки вообще обалдеть, не нравятся. Прикольные камни такие вот. Они все вот, да, вот в этой зеленой штучке. Мох на них. Вот еще камушки. Короче, их тут много, деревьев. Очень красивые. Ой. Очень много, да. Мне вот это оператору идти только под ноги смотреть. Тут, кстати, вот нет-нет, встречаются такие вот камушки. Можно споткнуться на корни этих деревьев еще. Вот. Так что работа... Крот, наверное, рыл, да? Работа оператора – это работа такая прям, ну, можно сказать, сложная. Идешь же не под ноги смотришь, а в экран... И о, смотрите, вот кто-то там бегает. О, вот кто-то. А, это птичка. Тю, блин, я думала, там зверь какой-то будет. Уже хотела вам показать, но это птичка. Каменный хаус. Да? На дольмен. А, амины. Да, вот каменный хаус там где-то будет. Кех, кто-то там. Я что хотела обратить внимание, вот тут, вот смотрите, горочка такая. И я не знаю, камера, наверное, не передаст, хотя я ее включила на 4К, чтобы было все так классно видно. Я надеюсь, все будет так классно и видно. Я надеюсь, мне хватит батарейки, она полная была. 4К видео, когда снимаешь, батарею очень быстро жрет. Но я так понимаю, это и есть каменный хаус. Да, дошли мы, получается, до... Мы с дороги срулили, или я не поняла почему-то что-то. Ой, камни, конечно, вообще обалденные. Честно, боюсь. А, тут можно было вот так обойти. Умный в гору не пойдет, как говорится. Умный гору обойти. Мягко так. Мягкая. Алине, кстати, пахнет уже курицей жареной, замаринованной. Ой. Смотрите, как тут обалденно, блин, как бы тут не свалиться и показать вам все красоты этого каменного хаоса. Блин, слушайте, вообще классно, реально. Ой, нет, видео, у меня, кстати, видео почему-то тут парочку видео не записалось. Не знаю, почему, что за тормозиловка. Ну, кое-каких кадров, которые я вам снимала, их просто-напросто не будет. Ой, смотрите, сколько муравьев здесь. Муравьишки тут живут. Ой, слушайте, так прикольно вообще. Смотрите, какая красота, да? Прелесть. Без комментариев. Без комментов. Ну и две тропинки. Влево, вправо пойдешь. Что-то там найдешь. И влево пойдешь, что-то найдешь. А мы куда идем? Что нам искать? А, лавочка, что ли? Картинки. Ну, сейчас пойдем посмотрим и определимся, куда нам. Налево или направо топать. А мы дошли до этих деревьев. Вернее, до этого стенда. Какие. Блин, комары меня закусали. Это какие деревья здесь находятся, да? Вишня, птичья, черешня. Да. А где он? Это все... Ой, Дарья, бабочка вот за тебя летает. Дуб черешчатый, груша кавказская, бук восточный, ясень обыкновенный, липа кавказская, граб кавказский. Вот эти все деревья, я так понимаю, все находятся здесь. Но где какое, это я не знаю. Смотрите, какая прелесть.
Вот здесь находится кормушка, там для белок, видимо. А здесь, с этой стороны, смотрите, что тут есть. Солонец для подкормки диких копытных этих животных. Ну и тут, естественно, положили. А это что, соль, что ли? Да. А зачем? Да? А почему-то кукуруза обгрызанная. А что, лоси едят эти... А, ну или муравьи. Копытных животных. И здесь еще это для подкормки зайца-русака. Ну, русак тоже заяц, смотрите. Все погрыз, а шкурки там оставил. А здесь вот для подкормки косули и оленя. Это, так я понимаю, здесь можно было все это оставлять. То ли это животные погрызли эту кукурузу, то ли люди кочарышки положили, не знаю. Ну, вы знаете, мы тут дошли до одного стенда, вот, и я так понимаю, ну, как бы нам их по пути не встретить, ну, что это такое, блин, лучше бы я их и не видела, что тут вообще есть там, блин, они. Дошли мы до полянки, я так понимаю, первый привал после долгой прогулки, ну, вот, на солнышке, кстати, тут, блин. Столик и лавочки. И там мы где-то увидели ручеек. О, тут еще ежики будут. Про ежиков вот тут тоже есть. Еж пыхтит и морщится. Что я вам, уборщица? Лес никак не подмету, соблюдайте чистоту. Вот люди бывают, да, какие? Ежики. Вот там где-то ручеек, а вот там, я так понимаю, мостик впереди. Вот. Так, это кто у нас тут может жить? А, это какой-то... растение какое-то. Каменный хаос. Нет, листовник многоножковый. Каменный хаос. Ну, идут люди, да. Ну, дальше опять будет просто каменный хаос. И где-то тут такое растение должно быть. Ну да. Идем сейчас до мостика дойдем. Нет, там мертвый. Еще здесь вот один каменный хаос. Небольшой, да? Да. Это еще не самые. А, тут мостик просто. Я думала, тут ручеек, а тут просто мостик. А, это вот это, наверное, растение, которое там на картинке было. Где? Вот это. Похоже, по крайней мере. Вон он, каменный хаос, еще один. И вон, с той стороны еще. Ой, что-то мягко, грязно тут. Как здесь? А мы тут уже грибочки находим. Смотрите, какой он здесь большой. Прибольшой. Идем дальше. Честно говоря, нам тут сказали, что тут еще идти вам и идти. Меня, честно, это как-то немножко расстраивает. Вот, сейчас до стенда, какие насекомые здесь у нас находятся. Да, только она вот. А что комаров тут не написали? А? Что комаров не нарисовали? Комаров тоже дыбка здесь. Дыбка стыпная. А, нет, это не комар. Вот это. Конечно. Это бабочка. Кобылка. Ну, комар, видимо, не насекомое. Здесь еще крот живет. И есть вот рядышком здесь ручеек. А водичка такая чистенькая. Ну что, Лина решила попробовать? Попить? Не, воду не на Юльдар, ты что, не надо. Я бы не сказала, что много, но люди здесь есть. Идешь, вот правда, как в этом волшебном лесу. Какая класс. Такая благодать. Блин, у меня голова начинает болеть, и мне это путешествие как-то особо сейчас не придает никакого как бы кайфа, да, настроения. Встречаются деревья вот с такими вот этими дуплами. Вот это, кстати, прям большое-большое дупло. Может, там правда кто-то живет? Он песочек там. Не знаю. Это, кстати, уже не первое. Вон внизу их тоже есть. То ли корни так, то ли. Очень много вот таких вот табличек по дороге встречаются. Здесь вот лисица. Там я уже их всех не снимаю, потому что их очень много. Там была лягушка, сейчас вам так расскажу. Какая-то малоазиатская, которая занесена уже в Красную книгу края нашего Ставропольского. Вот. Потом птички там, какая-то коза. Дойка, что ли, что-то такое связано. В общем, их тут очень-очень много, этих табличек. Еще одна табличка.
В общем, их тут много. И, кстати, очень много здесь табличек с каменными хаосами стоит. И этих каменных хаосов здесь тоже очень получается много. Ну вот, мы, походу, дошли до этого родника, где нам сказали, что будут две дороги. А вот, видимо, это туда. А каменный хаос это туда, в ту сторону. Я не знаю. И нам еще куда идти? Да. А вот, кстати, и вообще родник. Мы где? И родник. Давайте, короче, сейчас мы, вот, мы находимся здесь. Сейчас вот так идем, проходим, смотрим хаос, родник смотрим. И по роднику потом зайдем на домик лесника. Вот и давайте. Капец просто. По идее, мы еще здесь должны оленя встретить, зайца, а там вот косуля, наверное. Каменный хаос опять туда, и там еще тоже какие-то эти... Растения стояли. Блин, я не знаю. Каким-то, знаете, чем чесноком пахнет. Кстати, вот это вот растение, вот, я впереди тоже там проходила, это называется медвежья черемша. Вот она. Ну, видимо, она уже отцвела. Вот, встречается, вот, видите? Там впереди было написано. Я вам сейчас покажу один прикол. Смотрите, на такой высоте как можно было закидывать вот эту обувь. Висит. Я вообще включилась, чтобы вам показать. Мы дошли до каменного хаоса. Алина уже присела отдохнуть. Кстати, я бы тоже присела бы отдохнуть. Но тут каменные хаосы. Тут на каждом углу. На каждом. Вот. И вот представьте, вот это такая высота. Я не знаю. Может быть... Тут очень, ну, люди встречаются, да, сказали, что дальше идти смысла нет. И я так понимаю, что все просто-напросто ходят, знаете, просто прогуливаются и дышат свежим, чистым воздухом, а не химией, как у нас Невинномысский химзавод пускает нам. Ой, смотрите, какая водичка, прям прозрачная-прозрачная. Видно, видно. Идем тут по тропинке дальше, решили пойти. Ой, а здесь дерево свалилось, преграда, в общем. А вот так вот нельзя пройти? Как? Ну, так. Ну, им же ж нужно облезть. Да ничего страшного, он тебя прикинет. Да что, пролезли через это дерево, под деревом. И идем дальше по тропинке. Но здесь тропинка, это вообще просто-напросто. Туда-сюда. Камни, вон, приблизительно как-то так. Короче, я здесь не снимаю, потому что здесь идете, знаете, прям мягко по земле. Прям такая мягкость. О, смотрите, какая чего? Красота. Смотрите, вообще красотень, да? Круто. Так, я верчу камерой очень-очень медленно. Но, блин, потом, когда смотрю видео, мне кажется, что я прям быстро ей верчу. Не знаю, стараюсь и так уже медленно, потому что знаю... Ой, чуть не упала. А я услышала дятла. Сейчас постараюсь вам его тоже, где он там, заснять. Приблизить максимально. А я его здесь не вижу. Не могу вам найти на камере его. А так я его вижу. Дятла. Где вы его видите? Вот, а вот он, смотрите. Во, блин, вон, 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 вон. Вон на том. Видите, за листиками. Я максимально приблизила. Вот он. Нифига, да. Вон, вот, улетел. А, ну да. Вот он. Офигеть у вас. Ой, ну, чтобы вы немножко поняли, может быть, будет видно. Короче, такие крутые повороты, склоны, спуски. Это, конечно, какой-то трэш. Я не знаю вообще, куда мы дойдем. Здесь реально очень такие резкие повороты, ну, спуски, вернее. Хотя нам сказали, что туда дальше можно даже не идти. Нет. Мы же поперлись все. Вот. И вон, видите, как на жопе будем съезжать. На пятой точке, вернее. Я не знаю, как мама тут с телефоном будет съезжать. Блин, капец просто. О, смотрите, на... Ой, мама, кто там? А, этот, палочка. На кабана, короче, похож. Мне кажется, да? Чуть-чуть морда. Дикого. А, капец, а там еще не лучше спуск. Блин, что я вообще сюда вообще связалась? О, грибочек. Смотрите. Вот он. Еще один такой. Почему-то шляпка такая вот. Вот эти вот, честно, камушки с самхами похожи.
Блин, сейчас опять буду выключаться. Тут не слезешь просто так. На каких-то зверушек. Ой, я тут, как обычно, в хвосте плетусь. Шли сюда до родничка, вот до моста. Он так классно шумит, журчит. Ну, блин, мы куда-то идем, 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 идем. Главное, чтобы тут не заблудились. Здесь вот есть вот такие вот военные тайны стрижамента. Могила неизвестного солдата. А почему, получается, неизвестного написано вот под тем солдатом, а фотография его есть? Ой, короче, мы сейчас куда-то точно непонятно куда, но придем. Мы идем назад. Это вообще какая-то жесть. Короче, шла-шла, вам рассказывала. А в итоге, по-моему, не включила запись и не записывалась. Идем мы, короче, назад уже. Это вообще какая-то жесть. За что же гром гремит? Мы не дошли туда, куда хотели. Это вообще... И по дороге со мной приключилась такая очень страшная такая вот. В общем, мы идем назад, а ко мне, короче, в обувь листик залез. Ну и, естественно, я думала, что меня кто-то кусает. Тут, наверное, весь лес слышал, что тут маму типа кто-то кусает. В общем, тут нужно идти и идти. Я говорила, нет, потому что гром уже начался, гремит. Дождь сегодня обещает. Мы поэтому пошли назад. Но здесь еще есть очень много чего интересного. Я запыхалась. Очень много интересного. Тут еще где-то вольеры с животными есть. Ну, короче говоря, много еще тут что есть. Здесь, конечно, лучше было бы карту с собой взять, если она вообще есть. И по этой карте ходить. А то так, наверное, для первого раза можно заблудиться. Просто-напросто. Тут люди ходят, но они доходят до определенного момента. Вот, например, до каменного хаоса. Разворачивают, там посидят вот на полянке до этой, да? Лисичка показывала, нет? И возвращаются обратно. Я вот на этом дереве не видела вот эти вот наросты, да, грибочки. Вообще красиво тоже смотрится. Сейчас там это где-то кукукала. Не, не кукушка, то филин был скорее. Не филин, а сова. Что-то вот только что было. Идем по протяжению всей этой. Птички нам песенки поют. Ну ничего, мы здесь. Мы идем не спеша назад. Назад уже более легче, потому что все, можно сказать, с горки. Чуть-чуть там, в горку. А так в основном все с горы. Мы едем уже домой. Сейчас туда дальше впереди будет, как называют ее, аномальная зона. Мы сейчас вам постараемся это все показать. Запечатлеть на камеру, если получится. Так, вот как к ней подъезжаем. Ой, вернее, мы к ней подъезжаем. Вот. Не знаю, как показать, чтобы видно было, что подъем идет. Ну, может быть, по машине будет видно. Вот мы тормозим буквально. И что она должна делать? Ничего, ехать просто. Бросил тормоза и поехал. Едет. И вот мы, получается... Сейчас я выйду еще на улицу. Остановись. Давай это сбоку. Ну, подожди, сейчас она доедет до куда-нибудь. Сейчас мы доедем до куда-нибудь. Кстати, я хочу показать. Визуально, в гору едем, да? Ну, визуально, да. Причем так... Ну, давай я сбоку покажу, тормози уже. Ну, сейчас, подожди, сколько она будет ехать, интересно же просто. Вот, там нейтралка стоит, да, абсолютно, ноги нигде, и мы вот катимся. Заехали. В гору, мы заехали в гору, но если видно было по машине, да? Туинди, покажи. Сейчас там, еще покажу. Сейчас я не буду выключать камеру, чтобы понятно было. Вылазю и смотрите. Блин. Идет, мне, вот сейчас хорошо видно. Дорога идет под наклоном. Видите? Вот. И пошла она в гору. Абсолютно. Вот получается, мы заезжали на горку. Сейчас еще раз попробую. Так, ну вот, смотрите. Тут сейчас хорошо видно стало то, что дорогу положили. Вот, выходит, затормозил все. И видно стало, вот как раз дорогу новую проложили, то, что дорога идет, поднимается в гору. Вот он вышел. Рулем только. И смотрите. Вот, вот. Свобода. Вот до куда она вот поднимется? Видно, да, вот этот, то, что она идет в гору. Руки убери от машины. Ну все, в
принципе, затормозила. Вот на том мы там затормозила. И главное, назад не съезжает просто-напросто. Там КамАЗы едут, надо бегом. Так, с водой хотели попробовать, а вода получается, она течет в бок, а не наверх. Так, это здесь мы уже остановились, да? Там где-то. Я же не помню, где мы останавливались. Ну давай попробуй тут. Дар, отойди. Сейчас мокрый будешь. Вот, она вообще стоит на месте. Вообще, вот, ни туда, ни сюда, да? Там хоть как-то бежала вон в сторону. Вот этот знак, вот это, наверное, самая аномальная зона. А та водичка. Вот, видно, что она убежала. Все, а это вот стоит вода на месте. Талейший брови. Ага. Ладно, дальше едем. Мне очень нравится, когда на полях вот эти вот снопы связаны. Ну, скрученные, блин. Ну, вы поняли, да? Вообще такая красота. Ну, а мы двинулись дальше. По курсу у нас прямо там. Потом тоже поснимаю. Да, в Татарстан едем. Потом тоже поснимаю обязательно, но это уже будет в следующем видео, потому что если я в одном видео все это сделаю, это будет просто огромнейшее видео. Поэтому это будет отдельным роликом наше путешествие на Стрижамент. А остальное будет уже в следующем видео. Надеюсь, что вам было с нами интересно прогуляться по экологической тропе. Оставайтесь с нами. Кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. И впереди еще будет очень много интересного. Всем пока-пока. Самое главное, берегите себя, здоровья и не болейте. И всем до нового видео.